И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, Вескер с вами на связи. Ну а мы продолжаем наш сезон охоты на Маластаре. Продолжаем изучать. Мы с вами в прошлый раз тут неплохо полазали, на кошек поохотились. Вообще, на что только не поохотились. Это закрытая местность. О! Кто-то есть. Вижу вас, сэр. Прямо в голову. Кто-то в меня тоже сейчас стрелял. Ага, вижу тебя. Давайте отсюда, что ли, постреляю по ним. Так, еле уделал ноги. Так, а там гранатки, да? А, они односторонние, да? Обидно. Так. О, кто-то вышел погулять. Сколько же можно? Мне нравится, кстати, его сканер. Хорошая штука. Иди полежи. Так, ладно. О! Еще один. Вот так. О, кто-то есть. Да, я сейчас, наверное, потрачу все потрошки, но... Кстати, тут есть ачивка за убийство в голову. Было бы интересно посмотреть. Ну да ладно. Так, давайте. Теперь нам нужно полетать по сторонам. Так. Почему ты падаешь-то, манда? Давай-ка. Так. Так, спокойно. Так, вы у нас нормальный. О, да-да-да, зараза. Тоже нормальный. Тоже нормальный. Так. О! Царь разыскивается живой или мертвый. Лучше живой. 4000 кредитов дадут. Хорошо. Гран Джонни Райз. Подождите, давайте я его сейчас свяжу сначала. И почитаем вашу биографию. Царь разыскивается, живой или мертвый. Джонни Райс, жив, 3000 кредитов, гран, мужчина, пособник и преступник Синегат, кровь Себолта, Маластар, сводка, наемный убийца из преступного Синегат, кровь и ворона. Чрезвычайно жестокий шизик, подсевший на палочке смерти. Заказчик, совет пикселиты. Ну да. О. Thank you.
О, здрасте. А на вас кто-то есть? Нет? Прекрасно. Давайте теперь отсюда посмотрим. Они сразу ко мне не пролезут никак. Так, у вас все чистенько. А вы? Тоже чистенький, прекрасно. Так, тут у нас кто? Так. Тут один прячется. Хорошо, что я заметил, что здесь все есть это. А вот вторая не открывается. Ну а там нет, там нет текстур. Ну и хорошо. Так, больше никого там нету. Так, ладно, идемте пройдемся по мосточку. Какой-то хлипкий такой, мне не очень нравится. Ну да ладно. О, есть кто-то. А, так себе. Просто выживший. Ненароком. На свою больную голову. О, бак-то. Я забираю. Кроватки хорошие. О! Тайный ход. Слушайте, здорово, у них тут прям тайный ход есть. А, и все закрылось, да? А почему закрылось-то? Я мог бы выбраться тут потом, если что, вдруг надо будет. Я понимаю, что это прогрузка нового уровня, но все же. Ладно. Ты был прав, Фэд. Сиболта так впечатлила моя работа спасения Фаста из тюрьмы, что он предложил мне остаться на ужин. Даже высидел команду, чтобы я тут сел. Так что все в порядок. Ну, я плохо перевел, конечно, но суть вы поняли. Так, куда главное не падать? Ах, будем ее прикрывать. О, привет. Ты извини, не по твоей душе я. Вот это есть там. Так, аккуратненько. О! Красота. Кто там в меня стрелял? А, вижу. О, цель! Разыскивается живой или мертвый? Лучше живой. 5000 дадут. Айк Арко. 5000 кредитов за живого. Гранд пособник Сиболта. Сводка. Разыскивается для допроса. Маластар. Отдел внутренних расследований полиции курсант. В общем, классика. Иди сюда. Сам ко мне пришел. Отправляем по экспресс-галактической почте. А че нет-то? Можно? Можно. Отправляем? Отправляем. Так. О, привет.
ты у меня кто? А, ты бесполезен. Вот себе полежи. О, Сибульба! Сибульба? Так, я так полагаю, он упал вниз. А, нет, там кошка. Там есть кошка, значит, я могу на нее поохотиться. А значит, я могу спуститься вниз. Да, вот он. А там наверняка что-нибудь интересное есть. Вообще странно, что кошка на него не напала. Что весьма необычно. Обычно они все нападают. Я так полагаю, он должен был подорвать меня якобы по сюжету. Я должен был туда свалиться. А по факту так не случилось. Забавно. Ну ладно. Ну а что, все бывает. Вообще очень много, кстати, сделано. Мне нравится. Игра у меня вообще не глючит. Прям прекрасно. У меня лично 60 FPS дают спокойно. Проблем нет. Так. О, цель разыскивается живой или мертвый. Ника Пейвис. 6000 кредитов, леди и джентльмены. Кто же это за такая спящая красавица? Золушкина смешанная у нас. Раса Гран, мужчина в расцвете сил. Пособники Сиболта, торговцы палочками смерти. После известного расположения джунгли за городом Пикселита. Сводка. Брат Рика Пейвиза. Такой же никчемный мерзавец. Аноним. Живьем тебе надо брать. Так, что у нас тут еще есть? Так, вас надо... Вот так вот пусть полежит. Так, проверка всех остальных. Так. Нет, не доедет. Лучше вот так сниму его. А, я не пробью его здесь. Ясно. Так. Ну, того я обнаружил. Вроде больше никого и не наблюдаю. Ладно, давайте. Так. Того сейчас заберем живьем. Иди сюда, ты мне живым нужен. Золотце. Тут один есть. Так, за Сибульбу. Так. Зараза. А он хорош. К счастью, у меня есть хорошее средство. Нет? Живучий-то какой!
Ну-ка, что вы себе представляете такое, молодой человек? Так. Это тоже заберу. Так, открывай-ка. О, еще один. Так, вот здесь пещера водится. Мне вот это не нравится. Здесь наверняка кошка будет. Так, за этого ничего. Вот так, разобрались. Их не смущает, что тут ракета летает? Ну ладно, за этих вроде ничего не дают. Ага, наверху кто-то есть. О, кто-то есть. Ну-ка, высуни голову. Цель разыскивается живой. Так вот его отмечу. Так, ладно, сейчас свяжем его по классике. Там уже определимся. Мессия. Мессия недоделанный. Так, извините, я почитаю вашу биографию. Цель разыскивается живой или мертвый. Исия Яда, 5000 живого. Гран, мужчина, пособник Марии Сарнояд. Изложение Маластар, младший брат сестер Яд, пилот и исполнитель в их контрабандистских махинациях. Хотел тут у них расследовать полиция Крусатую. Отправляем сквозь потолок. О, где? Так, ясно. Так. Так, ладно, там вроде все зачистил. Так, там кто-то есть. Хорошие мальчики. О, проход открыл себе. А для чего, непонятно, только он нужен. Так. Так, не долетаю. Но я сомневаюсь, чтобы до сюда он мог бы долететь спокойно. Ну-ка, ну давайте попробуем. Нет. Нет, кто-то должен вызвать эту штуку. А, я так полагаю, она открывается, и я должен сразу же туда лететь. Нет. Да, вот она. Давай, випы, мапы и коты наверх. О, кто-то уже выскочил. Там слишком много.
Я еще не на позицию, нужно забраться на утес. Так, здрасте. Вы у нас нормальный, плюс-минус. Так. Сибульба, извини. Ты мне живым здесь не сдался. О! Цель разыскивается живой предпочтительно. Ликзленга. Гран, мужчина. Какой хороший мужчина. Пособники Сиболта, независимые наемные убийцы Гранны. Маластар, смертоносный головорез, аноним. Так. Так. Ладно, посмотрим, что тут у нас есть еще. Этот подождет. Вы у нас все прекрасны. О, черт. Неплохо, моя первая смерть. Этих я перепроверил, я помню. О! Так. И нужны живым, сэр. Так, а дальше уже сейчас разберемся по-тихому. Всех проверю. Ты, нормально. О, вот еще один. Сэр, разыскивает живой или мертвый. Айс Ламирс. Тоже 5000 лучше предпочтительно. Раса Гран. Пол неизвестный. Что значит пол неизвестный? Сиболта. Последние джунгли Маластар. Местонахождение сводка. Известный наркоман, подсевший на палочке смерти, распространитель контрабанды. Великий совет. В общем, живьем берем. Принято. Хорошо. Кто тут еще у нас водится? Сибульба. Допустим. Так, подождите. Меня вот этот застал уже. А, у меня эти кончились, зарезы. Ладно. Так и быть. Так, хорошо. Так, вон там кто-то есть. О, еще один. Цель разыска с живой или мертвый. Микс Физ. Мертвый предпочтительно. Прекрасно, спасибо вот за это. И берем его. Гран, мужчина. Сиболта, последний здесь предположить. Сотка подлый. Двойной агент заслуживает смерти. Ага, принято. О, здрасте! А тут что за сватка такая пошла? Подождите, я не одета. Джанго! Давай, залезай. Тут слишком полу народу. Так, давай сначала разберемся с мистером. Нет, сначала надо разобраться со всей этой бадью прохожих. Хотя давай-ка с Физом сначала разберемся. Физ, иди сюда, ты мне нужен мертвым. Отлично, с ним разобрался. Бля, прибили. Нечем за трупом тащиться. К счастью, они все собрались там, в глубине деревни. Можно всех просканировать. Так. Ой, шикарно-то как, товарищи. Так, ясно. Так. О, привет! Извини,
Ты у меня нормальный, да, вроде бы? Не хочешь помирать, да? Надеюсь. Так, проверка вот этих всех. Да вроде никого больше я не наблюдаю здесь. Из тех, кого можно при... Ой, бля! Бля, сколько же вас там? Я сейчас пытаюсь перепроверить всех на всякий случай. Не хочется упускать. Я чую, сейчас будет здесь полно всяких трупаков, дохляков. Черт, меня просто зажали они. Молодец, последнюю гранатку потерял. Так, по крайней мере, от парочки тупиц избавились. И там баг-то. Так, баг-то нужна. Откройте баг-то мне нужна. Спасибо. Так. Ладно, пусть... О, его подстрелили, здорово. Свои же стреляют уже. А я думал, я сейчас помирать буду, а? Нет. Баг-то дают в полном объеме. Не та. Ну ладно, тоже сгодится. Не все мне, как говорится, за один раз. Так, да спустись ты. Тут кто-то по нашу душу идет. А их тут, по-моему, бесконечное множество, полагаю. Да, тут, скорее всего, бесконечное множество. В общем, если здесь есть кто-то, кого бы мне хотелось бы забрать, то я и не смогу его забрать сразу. Здорово, что Джанго не горит. Так, этого я забрал. Так, ладно, давайте сначала за Ламари. Вот он нужен живым. Бля. А ты у нас кто? Я на тебя веревку потратил. Так. Так, а там кто у нас?
Так, извините, сэр. Вы нужны живым. Как это не было бы печально. Кто-кто? Дед Мазай, а ты кто? Кстати, пока в него вроде стреляет, на него вроде не действует. Бластерный. О, а ты кто такой? Вот зря ты! Я бы тебя не тронул бы, если бы ты меня не трогал бы. Откуда они вообще берутся? Здесь же вроде чисто было, сухо. Вот, тебе нравится? Так, вот тут проход, куда мне нужно. Давайте на всякий случай сейчас... О, да сколько же у вас здесь, девушки! Откуда они вообще там все берутся? А, давайте, кстати, туда зайдем еще. Тут все равно что-то интересненькое есть. Факта, патрончики. Ну да, патрончики я забрать не могу, потому что у меня уже полный вагон их и маленькая тележка. О, он туда внутрь вроде не заходил. Давайте посмотрим, что там. А, обычные комнатки. А тут тоже полно всякого вкусненького. Закрытые помещенницы. Ладно, идемте. Так. Вот. Так. Приберегу ее пока. О, не зря приберег. О, там целая гвардия. К счастью, ни о ком беспокоиться из них не нужно. Есть что-нибудь помощнее? Не получилось. Ну ладно, у меня хотя бы сохраночка есть. Отлично. Чей же добывать? О, кто-то тут... Так, это я возьму. Пусть себе лежит, отдыхает. О, там наверху что-то есть.
О, цель разыскивает живой мертвый. Хорошо. Рик Пейвиз, гран мужчина, известный пособники Ник Пейвиз, Себолта, Мадаскар, брат Ника Пейвиза, такой же никчемный, а, ясно. Отлично, вы наш. Так, вы у нас есть кто-то? Там кого-то... Ну, вы вроде нормальный. Отдыхайте, сэр. Но там кто-то по другую сторону был. Какой фраер? Я не фраер, тебе. Фраером меня назвал. Да, я тут. Что интересует? Где? О, оттуда прям аж стреляет. О. Здесь закрыто. Ладно, давайте пока оттуда посмотрим. О! Цель разыскивается. Живой, 3000 кредитов дают. Это Лик Онез, гран-мужчина Себолта разыскивается... Для допроса за участие в контрабанде. Отдел тут не расследование курсанта. Ладно, вас приняли. Ой, бля! Так, у нас две жизни осталось. Ребят, надо быть посторожнее. Скорее, у меня мало времени. Когда Себолта надоест пытать бендикстов, Фастон отправится за мной. А я не горю желанием идти на свидание с этим мерзким дагом. Уж извини, я стараюсь как могу. Ты понимаешь, сколько здесь еще вкусняшек есть? Ладно, я иду по твою душу. Так, я не помню только, где находится этот переключатель. По-моему, вот здесь был. Нет? А где тут был переключатель-то? Я его нажимал. А, вот он вот здесь, вот в этом помещении. О, по мою душу кто-то идет. А. Бля, Онис! Ну все, я провалился. Иду за Онисом. Нет, вы видели? Зараза свалилась туда сама. Интересно, она останется еще со мной здесь? Или он все, валяется тоже там? Это было бы обидно, я не хочу весь уровень перепроходить только из-за одного Аниза. Ну, скорее всего, да. Ну ладно, буду в следующий раз поторопливее. Так, давайте пока отсюда постреляю. Так, с этим проблем нет, с этим проблем нет. С этим проблем нет. Давайте тогда попробуем. Так, кто из вас... Джанго, уходим в сторонку. Надо сначала поразведать, кто из них кто. Так, отлично. За этих... Так, мне нужна бакта. Так. Эх, Онис, Онис, нахрена ты пошел вперед? Сидел бы себе спокойно, я бы сам за тобой бы пришел бы.
Ну нет. Нужно было идти вперед. О! Бесконечные снайперки, прекрасно. Извини, Сиболба, ты мне не сдался. Неужто выжил? Не верю. Хорошо, я пошла. Иду дальше. Я ее не вижу, кстати, где она? Черт побери, Фет, где ты? Ты скажи, где ты? Я тебя хочу видеть. Прикрывай меня, договорились? Я так и делаю. Так, я ее вижу. Кто-то по ней стреляет. Мне нужна помощь. Кто стреляет? С какой стороны, скажи мне? Я не вижу. Отличный выстрел. Да не за что. Давай-ка я сменю позицию. Пока открываешь... Этот даг мертв, прекрасно. А, это... Подожди. Их называют дагами? Тут мог подумать. 14, но один свалился в яму, в гребаную яму, решил суициднуться, чтобы не попасть в лапы правительства. Так что, ребят, я собрал всех. Конечно, потом будем с вами на стримах его вылавливать. Но тот факт, что я тут неплохо так... Слушай, это получается как с курсантом, там тоже какой... Ну там одного я не нашел. А здесь-то... Здесь-то мы неплохо с вами поработали. Неплохо, очень хорошо. Но заметьте, в джунглях чего только вот я не... Убитые мирных жителей. А, кошки за мирных жителей не считаются? Вообще шикарно. И 186 врагов. И целый час у нас. Он, знаете, 1 час 4 минуты. Так долго я в нее, в этот уровень играл. Но мне он понравился. Приятные джунгли. Чистая охота. Охота на зверьё и гребных бандюк. Мне понравилось. Мне понравилось. И мы на последней жизни еле-еле дотянули, но, к счастью, не проиграли. Иначе пришлось переходить все это с самого начала. Это замучаешься так. А так нам прямо очень повезло. Неплохо заработали, хорошо прошли, так что можем двигаться дальше. Ну а с вами, ребят, был ваш Альберт Вескер, Umbrella Tachink. Подписываемся на все социальные сети и... Скажите, что надо было сделать лучше, по-вашему? Прибить его сразу там, на мостке? Или же все-таки...
попытаться сначала всех зачесть внизу, а потом только за этим тащиться. Ну, он реально спрыгнул вниз, я без понятия, что с ним делать. Кстати, формально нужен труп именно, да. Мне просто мысль пришла, раз он спрыгнул, когда я его зарегистрировал, может ли считать его своей добычей? Но нет, суицид не считается добычей. Ладно, удачи, как говорится, во всем мире. Good luck.